Коллеги, приветствую вас на YouTube-канале Клуба трейдеров «Картель». Сегодня разберем такую тему, как разнонаправленные сделки в один день. Покажу свои сегодняшние. Это две монетки Тома и Хай-Фай. Одна в лонг, вторая в шорт. В то время как биткоин у нас размотало вчера на новостях. Значит, мы там сначала выросли, потом, когда оказалось, что все это дело неправда с ETF-ами, биток распродали, и многие монетки стали смотреться очень шортово. То есть много было именно проданных дней, то есть весь дневной рост был абсолютно распродан к вечеру, в момент, когда делал домашку. И основное направление на сегодня являлось шортовым. Но есть некоторые инструменты, Тома в частности, которая проявила силу, сильно не пропадала, и плюс ее начали так подкручивать кверху. Сделочка была в лонг. То есть в ситуациях, когда поводырь, либо рынок в целом, да, смотрится в одну сторону, то основная масса инструментов будет все равно идти за поводырем. Но есть так называемые выскочки, я их называю, которые проявляют силу в другую сторону и смотрится совершенно иначе. Хочу перед примерами напомнить, что на площадке «Картель Маркет» представлен мой курс. До старта осталось две недельки, даже чуть меньше. Так что записывайтесь, будет интересно. На живых созвонах с примерами на реальных графиках все разберем. Все ситуации, теории много, практики тоже достаточно. Записывайтесь. Так, ну и на примерчике обратим внимание. Значит, биткоин, вот этот вот наш вчерашний день, ну или позавчерашний, да, уже будет 16 октября, подлетели и нас так не слабо откатили. В целом, если вот пробежаться по домашке, очень много проданных дней и многие инструменты стояли в такую в шортовую направленность, так как после проданного дня, да, как сквиз у нас получается, нас тащат обратно к уровню. То есть где-то локальные ситуации, где-то дневки прям хорошо поджимали. Я там вот некоторые монетки выделяю таким образом. Здесь еще была интересная ситуация. Сегодня разбирали как раз с выпускниками. У нас как бы отбой, который уже состоялся, да, движение, и после этого нас обратно начинают поджимать к уровню. На домашке мы были еще поближе, поэтому так я очень сильно в шорт смотрел. Значит, ну, одна сделочка локальная на примере будет у нас в шорт, так как весь рынок стоял шортово. Есть такая хай-фай, ее недавно залистили на ключах, ее так потихонечку убивают. Сначала быстро убивали, а теперь медленно, но от этого она сильно хуже ходить не стала. И после вчерашнего вертолета нам показали локальную точку остановки. И вот мы подкопили сегодня до утра. Прошу обратить внимание на время. Это 9:20 по Москве, когда нас поджали. Маленькая волатильность и заходим. Все, что нам нужно, это для сопровождения сделки, да, уже обновить вот этот лой ближайший. Ну, а если обновляем, то там уже можно поиграться с переносом стопов без убыток и попробовать потянуть. Получилось закрыть неплохо. Ну, и потенциал хода для интрадей сделки 11 рисков тоже вполне себе неплохо. Примерчик этот же самый на скрине в терминале. Выглядит это вот так, вход в пробой. И здесь, правда, первая только фиксация была. Но я думаю, что суть сама будет понятна. И другая ситуация, монетка Тома, она в целом смотрелась посильнее. И в то время, как к утру у нас многие монетки приуныли и начали клевать вниз, Тома проявляет силу и дает локальную точку входа в лонг. Так как есть запас хода у нас там до каких-то там ближайших уровней, да, плюс до экстремов слева можно посидеть, посопровождать и тоже потянуть. Сделочка в лонг, то же самое, малая волатильность, коротенький стопик и поехали. Тоже забрать дала неплохо и потенциал хода пока 7 к 1, а там посмотрим. Я, правда, закрыл уже полностью, но уже чисто спортивный интерес, что будет дальше. На что обратить внимание при торговле вот таких вот инструментов, которые стоят против рынка?
Наверное, самым важным фактором будет это немножко изучить инструмент на предмет его такой вот раскорреляции с рынком. То есть, как часто такое бывает, кто работает на криптовалюте, есть такой токен RLC. Он очень часто ходит против битка. То есть, когда там весь рынок падает, эта монетка выстреливает. Такие вот есть у нее особенности. Она там, у нее не очень большие объемы. Там сделки можно только бумажные, как факультатив, либо с очень маленьким объемом заходить, чтобы сильно не скользило. Ну вот такие ситуации нередки, и можно их пробовать применять. Ну и скрин с терминала тоже вход в пробой. У нас уровень был вот здесь. Вход в пробой и удержание до тейка. С переносами там тоже стопиков по безубыткам. Такой вот сегодня получился интересный день. В обе стороны поторговали. Было еще пару монеток. Все закрылось по тейкам. Короткие стопы, короткие тейки. Лучшее, что можно только придумать для интрадей сделок. Всем удачи. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, кто еще не подписан. Пока-пока.